Ребята, вот фонтан делают, исправно делают. Помните, как он работал? Сейчас хочу спросить, почему фонтан сегодня так работает? Истерически танцующе. По-моему, он сломался в очередной раз, потому что мы месяц назад наблюдали ремонт этой всей системы. Как раз я подошла, разговаривала, еще спросила, говорю, может быть, устанавливают как ногинские фонтаны, такие же поющие, играющие под музыку? Ну вот, сказали, да, нет, да, и походу, какой-то, да. Они... Что-то произошло, видимо, да, как бы сказочно. Это очень некрасиво, когда фонтаны работают. И город такой местой становится. Какое лето, такое фонтан. Почистить эти. Может быть, перебой в водопроводе или жалко воды. А может быть, что-то делают какие-то профилактические работы? Версий очень много, но будем надеяться, что фонтан все-таки заработает. Всем хорошего дня. С вами была Дарья Муравьева. Пока.